my niggas by the damn, play no games. Play no games. All my bitches wear the damn, got no shame. Got no shame. In and out. Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и в сегодняшнем видео я вам хочу рассказать, как снять блокировку iCloud Apple ID. Компания Apple по просьбе правоохранительных органов США внедрила систему блокировки iPhone, iPad и iPod, начиная с iOS 7. Если ранее функция блокировки устройства через iCloud просто работала и ее обходили за пару минут, то сейчас профессиональные хакеры не могут полностью обойти блокировку iCloud. Если ваш девайс оказался заблокирован, стоит паниковать. В первую очередь необходимо позвонить в техническую поддержку Apple своей страны. Сможете найти техподдержку вашей страны на сайте компании Apple в разделе техподдержки. Дозвонившись до оператора, объясняйте текущую ситуацию, и вас попросят отправить на e-mail все необходимые данные, то есть которые у вас есть по этой информации. Что же сам процесс влечет за собой? Здесь ваше обращение присваивает уникальный номер, который данные будут отправлены использоваться в Apple в связи с вами. Сотрудники этого отдела дадут все необходимые инструкции. То есть вам нужно будет сфотографировать сам смартфон заблокированный, сфотографировать коробку самого смартфона и планшета. То есть неважно, что это будет, чтобы были видны все штрих-коды. И сфотографировать чек, либо же вы это все вместе можете сфотографировать, чтобы было четко, качественно все это видно. Вы это все отправляете. После этого спустя от 2 до 7 дней придет уведомление на почту, что устройство с вашим серийным номером было успешно разблокировано и у вас теперь iCloud Activation Lock. После этого спокойно перезагружайте устройство, и все самое страшное будет позади. Поверьте мне, ничего в этом страшного нет. Просто оформите всю необходимую информацию, которую я вам здесь описал. Инструкции я также оставлю в описании. И все ссылки закреплю в комментариях необходимые. Составите грамотно письмо. И я думаю, все успешно будет разблокировано. Вот, в принципе, и все. Ничего сложного здесь нет. Но хочу заверить вас, что нет никаких более других официальных способов, как это все сделать. Неофициальных, качественных никаких нет. Как я ранее упоминал. То есть 100% разблокировки даже сейчас не сделают профессиональные хакеры. Вот как-то так. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рассказывайте друзьям, делитесь видео со всеми своими знакомыми, прожимайте колокольчик, чтобы потом не пропустить мое новое видео. Также подписывайтесь на мои социальные сети. Все ссылки будут в описании, закреплены в комментариях. Всем пока. All my switches double stuff with purple kush. I like a sexy bitch that could read a book.